Всем добрый день. Сегодня вот получила посылку такую, ну, распечатала, естественно, с сайта New Chic. Сейчас все рассмотрим, что тут есть. Я уже открывала, естественно. Упаковано аккуратно, хорошо. Так, это детская одежда. Вот такая курточка. Детская. Стоечка. Сверху флис. Внутри, смотрите, вот такая теплынь. Вот. Теплая внутри. Это, говорят, будут зимой, даже если сильный мороз, под курточку пододеть, будет хорошо ребенку. А так, для чего надо, для того и будут одевать. Теплая, хорошая курточка. Здесь карманчики. Сзади просто пошито вот так. Аккуратненько, ни нитки не торчат, ничего. Теплая, хорошая курточка. Размеры разные и цвета разные. И для девочек, и для мальчиков. Можно подобрать. Ссылка на курточку будет в описании под видео. Вот посылка еще одна из сайта New Chic. Сейчас посмотрим. Вот такой пакетик. Аккуратненько сложено все, какие мешочки. Еще один вот такое большое дело. Ну и что это такое? Сразу непонятно. Вот резиночки тут цеплять. Все хорошо, отлично. Вот все. А? Вот это. Карман такой на в машину сзади на сиденье, вот где шофер сидит, на это сиденье сзади прицепить, и а сзади шофера, допустим, сзади водителя будет автокресло детское, будет ребенок сидеть, и вот ему можно сюда что-то положить, или игрушки, или что вот. Много карманов здесь. Вот сюда что-то вставить. Вот. И тут карман. И тут вот такой какой большой карман на липучках. Вот. Что-то вставлять, все сообразят. Кожезаменитель материал это. Вот еще и крючочки. Сзади я показала, все на резинках, все будет хорошо держаться. Ссылочка будет под видео, как всегда. Так, вот такой карман. И еще. Вот тоже карман. Вот такая ткань, резинки, вот резинки, тут застежка, так, теперь вот так, я видела, где это заказывать, картинки, то вот сюда даже планшет можно ставить, и ребенок будет смотреть. В дороге не капризничать, ничего. Вот сюда. Бутылочку можно ему с водичкой, с компотиком. Здесь что-то много, видите, функций тут. На липучках. Карманов много. И здесь внизу еще и сеточки, карманы. Вот тоже в машине покажем. Вот такие карманы.
для сидений в машину, для детей вот такие. Может и взрослым что-то туда положить, чтобы не валялось где-то по машине, будет все на месте. Так что вот так. Тоже ссылка будет под видео. Ткань плотная, я вам скажу. Плотная, хорошая. Все добротно пошито, нитки не торчат. Все хорошо. Это карман уже в деле. Установлен в машину на сиденье. Положено туда, что необходимо. Или положат. Вот, это второй карман. В общем, ребенок сидит, если в автокресле, и он не мажет ножками сиденье машины. Если замазался карман, его всегда можно снять и постирать. Вот еще посылочка с сайта New Chic. Обувь. Заказала обувь. Вот аккуратненько пришло все. Такие туфли. Такие туфли. Вернее сказать, мокасины мягенькие. Это я заказывала себе, хоть в мужском отделе. Нога уже, как вам сказать, растоптана и с косточками. У меня такие были женские. Я увидела и заказала мужские. 26,5 размер сантиметров подошло. Такая подошва. Мягенькие, то, что мне надо. Летом я такое не ношу. Весной, осенью брюки. Покажу на ноге сейчас. Нормально все сделано. Эти мягенькие, все. Раньше, если я находила на себя обувь, то сразу даже по две пары покупала. Потому что тяжело найти, нога широкая. Вот, косточки там. А это довольно. Нашла и все. Буду носить с удовольствием. Ссылочку оставлю, может, кому понадобится. Хотя в молодости носила нормальную обувь на каблуках даже высоких. Еще получила вот такую сумку для хранения вещей. Очень удобная, вместительная. Сверху на молнии открывается хорошо. Спереди прозрачная часть в сумочке. Вот, вот она. И все видно, что там лежит. И стоит ли искать в ней то, что не лежит. Вот так она выглядит. Ссылки на все товары будут под видео. Заходите на сайт New Chic, выбирайте, покупайте, что вам нравится. И до новых встреч, и всего вам самого доброго!